Здравствуйте, меня зовут Павел Атьман, я игрок гандбольного клуба «Динамо». Буду, надеюсь, искренне отвечать на ваши вопросы на планшете. Русский человек не может рассуждать здраво и трезво одновременно, согласны? Я думаю, это зависит от выпитого, наверное, и от количества градусов выпитого, поэтому это такой интересный вопрос. Можно ли перепрыгнуть палку в любви? Я думаю, нет. То есть любовь, она есть любовь. То есть, как говорится, есть такое, что иногда чувство затухает, поэтому она или есть, или нету. Поэтому в этом плане, я думаю, так. Что для русского полезнее, кнут или пряник? Я думаю, все-таки пряник. Правда ли, что гандболист нарушает режим больше, чем все остальные спортсмены? Первый раз слышу об этом. На самом деле, спортсмены, как бы, у всех единый режим, поэтому где-то, когда дают отдохнуть, то есть это нормальное явление, а когда нужно работать, все работают. Поэтому насчет того, что гандболисты больше нарушают, первый раз слышу. Если пораскинуть мозгами, то как же собраться с мыслями? Ну, я думаю, это по сознанию все приходит, особенно когда в играх и когда у тебя немножко ты в другом мире летаешь, поэтому ты сам на себя настраиваешь и на определенную там игру, на определенные там моменты, это все у тебя внутри. Как вылить деток на Windows с обратной стороны? Интересный вопрос. Наверное, так же, как зеркально, как и с этой. Какой литературный герой бывал с ветряными мельницами? Честно, без понятия, я в литературе не особо. Прочитай обязательно. Что не делать все к лучшему, а что делается к худшему. Есть такая пословица, да, что не делать все к лучшему, но бывает и все наоборот. Поэтому иногда приходят такие моменты, что о чем ты жалеешь, что прошло, а иногда и наоборот. Думаю, что хорошо, что так было. Когда человеку минет 7 лет, что будет дальше? Честно, не могу ответить на этот вопрос. Может, мне подскажете? 8. А, просто извините. Не понял. Как, по-вашему, женщина может от 1 килограмма конфет растолстеть на 5 килограмм? Да, это лучше, наверное, у жены спросить. Честно, не знаю. Поэтому насчет диеты не ко мне. Рутенко, Николенко, Батьман. Пошел сам в прорыв. Так, опешили, мне кажется, сейчас соперники от такой дерзости нашего россиянина. И вот он их переиграл. Да, вот за счет смелости, резкости выпрыгнул. С вами был игрок гандбольного клуба Павел Атьман. Спасибо, очень было приятно отвечать на ваши вопросы.